8 октября в православии день Сергия Радонежского. С ним связаны определенные народные традиции. На Руси рубили и квасили капусту. Казаки отметили праздник по народным обычаям и организовали вечерку под названием «Сергей Капустник». Первая вечерка в новом учебном году. Руководитель ансамбля «Вольница» Сергей Кононов рассказал об успехах коллектива. Артисты исполнили народные песни. В завершении праздника гости разучили народные танцы и закружились в хороводе. Подобные мероприятия еще не раз состоятся во Дворце культуры Распадский. Вечерок будет много.